Есть настройки. Вот сюда заходили вы? Захожу в принципе, пытался что-то сделать. Ну, давайте посмотрим. Тогда его удалять, если все поднастроили. Ну, я думал, что переустановить по новой, и может он лучше поработает, поэтому. Да нет, я думаю, все у вас нормально работает. Вот выставляйте себе где-нибудь там процентов на 100. Да и все нормально будет. То есть вот в этих штуках больше. Ну вот, настройка микрофона, громкость записи. Вот вы ее сейчас совсем убрали. А вот, ну где-то сделай, ну сделайте где-нибудь на 100. Ну что там ползать-то? Понял, вот на соточку. Оно почему-то идет обратно. Вот. Может, так и так. Нет, она все назад. Она все время назад. Вот, он сейчас включен. Ну и делаем заключительную проверку. Ну, даже я слышу, что это самый ваш голос там. То есть вот эти настройки, значит, они у вас есть теперь. Ничего там удалять не надо. Вот звук я вам на панель сюда вывел. Нет, спасибо большое вам. А я вот это не показывает и не показывает адрес. Здесь вам уже нужно зайти в Вишенку и посмотреть. Там у меня, по-моему, ссылка была по настройке, значит, конки. Но команда здесь установлена-то правильная. Вот, смотрите. Вот команда, значит, для измерения температуры, значит, компьютера. То есть она стоит, она выставлена абсолютно правильно. Значит, это просто вот у вас на вашем железе оно не работает. Так, а будет ли оно на длинном конке работать? А тоже, вон, тоже не показывает. Это, значит, уже особенность вашего железа. Смотреть надо. А так, в принципе, ну, здесь чем хорошо... Сразу первые 5 наиболее энергоемких процессов показаны с центрального процессора и с оперативки. Вот. Ну, смотрите сами там, что больше нравится. Тут уже, как говорится, по барабану. Вот. Там можно сидеть, там настраивать, а все это дело было. Вот здесь практически все по конке. И здесь вот эта вот команда, значит, которая почему-то у вас там это самое не заработала. Вот, самыми разными, значит, там разделами. Покопаетесь, посмотрите. Тут команд много каких чего. Вот давайте, как говорится. А так, в принципе... Ну, скажем так, можно, как говорится, и без этого жить, но тогда можно просто закомментировать температуру, интернет-адрес, закомментировать, чтобы их не было видно, делается так. Встали сюда.
И вот значок диеза. Ага. Значит, мы взяли его, скопировали. И вот, допустим, у нас тут не показывает, например, температуру, да? Вот я значок диеза сюда вставляю и интернет-адрес. И нажимаю сохранить. Вот все, мы их, как говорится, закомментировали. Если разберетесь, если будет все нормально работать, тогда просто можете их раскомментировать. То есть уберете значок диеза, и оно снова все появится. Ну все, желаю вам успехов. Думаю, да, пожалуйста, все. Нужно сделать учетную запись, то есть зарегистрироваться. Ну а как же, чтобы хранить все настройки и так далее? Так, ну, например, вот я иду в настройки, например, да? Вот, войти в Chrome. И вот здесь, пожалуйста, значит, создать аккаунт. И вот здесь начинаете, значит, это самое, заводите себе аккаунт. Когда себе аккаунт заведете, тогда у вас, как говорится, там и почта заработает нормально, и на панельку можно будет добавлять там все эти самые вкладочки там и прочее. Ну, покопаетесь. Ну, все, желаю удачи, давайте.